Около месяца назад режиссер Алексей Серов открыл в Волгограде новый театр, первый драматический. Сейчас труппа заканчивает подготовку спектакля «Той били ее демон», премьера которого состоится 17 июля в Центральном концертном зале. В Волгограде это удивительно, но 25 лет не существует драматического театра, аббревиатуры. Это мне показалось, что надо вернуть Волгограду подлинные традиции русского драматического театра. Это очень важно, тем более, что, как мне кажется, первый драматический такой осуществляет связь времен, основан на таком современном европейском театральном опыте и по структуре, и по технологиям, так скажем, по подходу к работе. Мы выбрали замечательную пьесу, удивительную пьесу Исаака Зингера «Той били ее демон». И действие пьесы происходит в маленьком местечке под Люблином, Польше. Это замечательная история о молодой женщине, которая живет в местечке. Она Агуна, соломенная вдова, брошенная мужем. Она мечтает о любви, о страсти. Она верит в предания, в небылицы. И влюбленный в нее помощник учителя, пользуясь ее наивностью, проникает к ней, и происходит великая любовь и страсть. И мы, как мне кажется, с большой нежностью и юмором отнеслись к этой истории. Спектакль мы по жанру назвали «Той били» народная комедия. Ну, может быть, комедия в том смысле, в каком и «Чайка» Чехова комедия. Сейчас к премьере, которая состоится осенью, Алексей Серов и актеры театра готовят и другой спектакль – «Евгений Онегин». Здесь волгоградцев ждет сюрприз. При постановке этого произведения будут использованы компьютерные технологии. Следующая наша премьера осенью – она вообще будет уникальна. Это спектакль, который будет построен на самых новых компьютерных видео и лазерных технологиях. Это будет «Евгений Онегин» Пушкина, да, и «Энциклопедия русской жизни». Мы попытаемся воссоздать самыми современными технологиями. Приходите в первый драматический, приходите на премьеру спектакля по пьесе Зингера «Той били ее демон». Встретимся в театре.